что шнур отошел, перетыкая все равно все. Я себе просто гроблю здесь вот все вот это вот. Ничего же нет. Все таскаешь с собой, и все это тык-мык, тык-мык. Ну, Влада, микрофон, между прочим, работает. Он, видимо, отдохнул. Да? Да. Сорян, не работает микрофон. Да? Да, она вообще без микрофона приехала. Вот так вот. Она что-то тебя там... Проверяли, он не работал, ты бы отвечала. Да, да, да. Забирай, садись и работай. Да. Хочешь здесь, садись. Тебе здесь удобно? На, иди. Я туда уйду. Садитесь, работайте, детка. А я туда уйду. Вот у тебя текст. Давайте. А ты дома проведем какой-то анализ, ты поешь? Вот что я и пела. А я две же. Я и в той пропела. Ну так а какая лучше? Конечно, которая пониже. Ну какая? Там 4 или 3 цифры? Я уже не помню. Ну вот это значит, ей высоковато, значит, будет вот это. Вот в этой сейчас анализ. Это троечка? Тройка или четверка? Это тройка. Ну вот она. А четверка? Четверку включи. Вот она пониже. Солнце будет всходить, будет все хорошо, если будем друг друга любить. Будет все хорошо, птицы утром поют, будет все хорошо, ведь люди верят и ждут, что будет мир на всей земле. Она с плинтусами ее сделала. А. Я сама не заметила. Ты вот что сделала? Она сделала. Вот что ты сделала. Она прозвучала. Она прозвучала, потому что ты сделала старт. Ты взяла плинтусик от этой вот мелодии. Вот она и проехала. А там в мелодии нет. Там-то идет ровно. Спой еще раз этот ход. Добейся, раз у нее так получилось, то хорошо. Даже закопали. Ага. Птицы утром поют. Ты там головой пел. Птицы утром поют. Осмелись, пей. Птицы утром поют. Не подстраивай. Вот ты не подстраивала, она вот сейчас прозвучала. Она прекрасно прозвучала у тебя, когда ты пела. Птицы утром поют. Видишь, это ляпа. Она твоя переходная. У тебя физика просто диктовала, что сейчас переход, а нам сейчас... Навигатор надо так. А так все время будет это. Только навигатор. Поют. Не думай. Поют. 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 Медленно, да? Потому что если ты уйдешь на грудной резонатор, она будет все-таки, наверное, криклевая. Видишь, мы хором. А, с кем поведешься? Того и наберешься. Пою. Ну попробуй сделать так. Пою. Прямо вот выдуй, как в трубу. Вот сейчас просто чисто это. Пою. Отлично. Отлично. Вот уловилась? Угу. Ощущение поймала? Примерно, да. Никакой киксы не было. А у тебя как раз у. Поют.
надо дневник вести, тебе Давай, давай, быстренько, Сариана, выписать. А что, я опять куда-то, да? Сариана, ты же это все слышишь, или ты это не слышала? Она так плавно прозвучала. Нет, так дело в том, что она это спела, даже не думая, что она так спела. На этом обязательно нужно сакцентировать. Обязательно, потому что это было хорошо, это пошло по ее физиологии пошло. Это надо всегда приветствовать. Ты сейчас уловила? Все, и поем. Выдуй ее. Сделай ее мягкой.
тебя У сейчас великолепное. Великолепное вот это. Ну, еще разочек. Сейчас поймаем, откуда. Будет все хорошо. Солнце будет сходить. Будет все хорошо. Если будем друг друга любить, будет все хорошо. Птицы утром поют, будет все хорошо. Ведь люди верят и ждут, что будет мир на всей земле. И будет радостно. Надо и говорить, и потом еще раз в ноты вступать, и я, короче, путаюсь. Да не надо путаться, ты живи. У тебя так хорошо получается, всегда получалось, когда ты включала энергетику, а отключала мозги, это так хорошо. Согласна. Это очень хорошо, не надо думать, горе от ума. Сделала уже? Поехали на полтора минуты. Минутку еще. И потом сохрани это все. Она теперь как там называется? Пять или что? Ну, сейчас уже не о качестве, потом сделаем. Сейчас чисто попробуем. Будет все хорошо, солнце будет всходить. Будет все хорошо, если будем друг друга любить. Будет все хорошо, птицы утром поют, будет все хорошо, ведь люди верят и ждут. А что теперь будем делать? Поют! Мы добрались. У нас здесь грудняк заработала! Поют! Давай это с воздухом. Куда ты ее? Спой! Здесь у нас...
речитатив, конечно. Вроде добавила все, а лица-то нет. Выдуваем, выдуваем. Поют, поют. Выдуй на легато. Поют, поют, поют. Да, на легато. Микрофон-то будет слышно. Это будет слышно. Такую не надо давать. Ты что? Куда? Чем больше легато ты держишь, тем меньше риска выпрыгнуть на киксу. Поют. Не, что же она головная? Вот это у. Поем. Будет все хорошо, солнце будет сходить, будет все хорошо, если будем друг друга любить. Будет все хорошо, птицы утром. Начинается вроде подъем, и все. И у человека, у людей, вот я со всеми, с кем встречаюсь, я там высокая. Какая она высокая? Почему мы-то их боимся? Они пускай ждут, что мы их возьмем и споем так, как надо. Не заморачивайся. Пой и пой, пой. Не думай о них вообще. Что они высокие, там невысокие, сложные, несложные. Хорошо. Все. Будет все хорошо, солнце будет сходить. Будет все хорошо, если будем друг друга любить. Будет все хорошо, птицы утром поют. Будет все хорошо. Ведь люди верят и ждут, что будет мир. Ой, земля, ну и что? Отрывай ее. Пусть будет мир на всей земле. Тогда надо еще больше показать, что я там оторвала. Чтобы тут спеть. Как припев. Да, припев. Там все было отлично. Еще раз припев. Ей надо соединять строчку. Все хорошо, ведь люди верят и ждут, что будет мир на всей земле. И будет радость на судьбе. Все мы на той земле живем. Земля наш дом, земля. Если будем друг друга, если дружить, будет все хорошо. Подпевает река, будет все хорошо. Ей вторят облака, будет мир на всей земле.
слишком длинная. Пусть будет мир. Это уже ля. Ну хорошо, ты головой не поешь, не надо давить. Просто нужно интонацию уточнять все это. Но все-таки ты поработала. Все-таки надо быстрее. Я доделаю, а мне надо доделать, чтобы я уже уеду, но я не буду еще убрать. Мне надо. Стучите мне, чтобы я в субботу сделала. Ой, все на субботу. Мне в субботу нужно выкопать грядки, побелить кухню, посадить 7 розовых кустов. Грядки? Да, мне все это нужно. 2 ковра вышить. Вообще. Все за субботу. Все за субботу. Сделать ремонт. Отменяйте занятия в пятницу. Начинайте в пятницу. Нельзя. Нельзя. Так, ладно. Дальше что поем? Давайте стандарт. Давай. Сарьяна работает. Не молчу. Все, надо это нужно тогда мне тебе там отрезать, обрезать, все это сделать. С интонацией там работает, милая моя. Прям. Так что, оставить предыдущую тональность? Давайте, наверное, вот эту, потому что мы еще же потом уходим. На полтона? Да, да. Ну, у тебя верх будет звучать хорошо, наоборот, лучше натяг. Ну, будем пробовать, и то и то. Да. Две попробуем, скажем, у нас будет две, чем. Ты работала финал? Да.